смотрим теперь так. Теперь это Андрей из Латвии, ваши соседи, вот они. Почему я еще раз возвращаюсь? Дело в чем, я бы его не вспомнил. Видели его, мы, это мировая практика, грамотная обрезка. Из-за этой обрезки у вас, граждане Беларуси, нет этих садов настоящих. Это сказки, что у них там... Ну, и мы это проходили. Я сейчас о другом. Как бы ни были плохи дела в Беларуси, а пришли же материалы, и мы их будем рассматривать. Они взяли и вперед нас на несколько лет стали ездить с включенными фарами. Подвели итоги, количество смертей уменьшилось в 2 раза. Так, а мы еще долго не могли это, с чего-то надо взять там это. Даже не надо никаких законов, это просто встать в ручное управление, ребята. Сказать, ну-ка, с завтрашнего дня ГАИ, потом документы задним словом. Завтра опять кто-то погибнет, послезавтра еще 5 погибнут. Каждый человек вселенная, вот сегодня 16, допустим, там, декабря, а 17 декабря, чтобы все ездили в фарме. Все. А в Беларуси-то это сделали. А мы еще несколько лет гробили людей. Это один пример. Второй пример из этого самого. Из-за того, что они сделали знак на дорогах, но они прошли ровно полпути, причем отдачи не будет. Вспоминайте прошлый вебинар, я не хочу опять повторять, хочу обратно и тоже. И сам смысл, 5 трупов рядом погибают в одном месте, ага, ставим знак, а дорога чистейшая. Вспоминайте фотографии, что я предоставил. Беларуси, а заодно и у меня в Хакасии. Чистейшая. Кого она убедит? Кто будет брать? Там же не написано, а с цифрами нет ограничений. Предупредили. И дальше езжай 6-й, 7-й. Вот. Даже в Беларуси не знает или скрывает, что такое геопатогенные зоны. Но они задним числом, там уже допустили гибель 5 в этом месте, на одном и том же, может быть, на расстоянии нескольких метров. Вот. Аварии происходят время от времени. Но уже 6-го они хотят допустить. Но он будет, только пореже. А у нас, а, товарищ Путин, ну обратите его внимание, как-то вы, чтобы через все вот эти препоны, через все вот эти вот системы НИПЕЛ, когда ничего не доходит, потому что это самое, ваши же эти самые чиновники гибнут. Предприниматели, они же как бешеные гоняют, они так же точно, они за рулем не сидят, они шофера, кто с похмелья, у кого, кто не выспался, они так же вас бьют. Вот видели, как, куда меня занесло. Так вот я благодарю товарища Лукашенко за то, что он все-таки как-то чиновников набирает получше, скажем. А может быть, когда-то и с меня и началось. О, думаете, все? Нет, а теперь давайте про это. Здесь, ребята, вот я сейчас вторую нажму, вторую, вот эту вот. Здесь у заместителя, о, замминистра никогда мы к ней писать не будет. Вот, вот эта вот хозяйщина сотворена, черновик готовил кто-то из его, даже уже не замзама, а ну, кто-то из клерков. Так вот, гражданин Лукашенко, товарищ Лукашенко, товарищ Гракон, я по-старому, я старый большевик. Я знаю, что у вас тоже партбилеты до сих пор в сейфах лежат. Ну, чтобы кто-то один, чтобы Путин, Лукашенко или Гракон партбилеты выкинули, никогда. Это святое. Вот. Так вот, ладно, мимикрировали, но, надеюсь, здорово снова осталось. Партбилеты на месте. Извините, я уже утрирую, почему? Потому что я хочу, чтобы до Лукашенко дошло. А что? Раз нашелся человек, который, правда, написал отлуп, но то, что он даже прочитал мою книгу, что написал, что будут полезны, найдут своих читателей. А видели я почему письмо из Беларуси? Я его сам не сочинял. Вот. Я сам не сочинял вот это письмо. Тимошкова Наталья Петровна, это живой, настоящий человек. Я теперь думаю, найдите, чему моя длина есть. Товарищ Гракун, товарищ Лукашенко, найдите этого человека, который прочитал. Ведь в России не нашлось такого, мою книгу. Вот. И у вас садоводство сдвинется, и вы перестанете его, что перейдете. Это так просто, только скажет Лукашенко, а может правда это настоящий дикий фарус, садизм, бессмыслица. И у вас тоже будет такой же сад, как у меня.
Вот тогда и начнется своим импортозамещением. Вот я три пальца давно. Вот Беларусь, а Россия, все, безнадежно. Даже не пытаюсь уже. Сколько это? Посылка Путина была в 6 раз больше, чем, извините, товарищ Лукашенко. 6 раз больше, чем вам.